Недавно Никита прочитал большой курс ВЦИ, посвященный антиманифестарному манифесту. Где-то как называется антиманифестарный что? Просто антиманифесту со Степаном Козловым. И вот сегодня прочитать лекцию со сложным названием «Манифестирующая молния критики метеофилософии». Наверное, встретятся сложные слова, встретятся сверхсложные слова и отсылки. Вот. Задавайте вопросы. Сейчас я еще позову здесь с той сцены. Наверное, потихонечку будем начинать. Вот микрофон. Свои идеи или свои какие-то соображения в форму манифеста. Да, то есть манифест так или иначе оказывается наиболее референтным форматом, который либо предшествует философской мысли, либо каким-то образом пытается ее заместить. Получается, что, в общем-то, так или иначе вся текущая философская поездка так или иначе озабочена тем, чтобы каким-то образом манифестировать себя. Да? Самое забавное, то, что, в принципе, это довольно давний сюжет. К примеру, Ален Батюй в 1989 году издает «Манифест философии», но, тем не менее, странным образом, 20 лет спустя он издает второй «Манифест философии». Да? И получается, что манифест почему-то каким-то образом задевает какой-то игрой философии и почему-то не пытается, не может сойти со сцены. Да? И, в общем-то, это странное повторение. Это странная настойчивость манифестарного, она, в общем-то, заставляет задуматься, во-первых, о том, что это такое, да, а во-вторых, собственно говоря, что с этим делать. И, в общем-то, в этой лекции я бы как раз попытался помыслить или попытаться попробовать с этим как раз что-то сделать. Ну, собственно, фишка здесь в том, что, в общем-то, если мы пытаемся проматизировать манифестацию с точки зрения философии, то для нас, в общем-то, становится очевидным, что так или иначе манифестарность является тем, что в философии неизбежно присутствует и от нее неотделимо. Условно говоря, некоторая стесненность логосом, да, стесненность некоторым греческим открытием философии, она как бы не просто оказывается стесненностью некоторым логоцентризмом, да, некоторыми странными непреодолимыми эффектами языка или чего-то. Так или иначе связано с языком. А фишка в том, что открытие логоса составляет куда более проблематичную вещь, потому что логос — это то, что создает не просто некоторый логоцентризм, различные вариации, да, а прежде всего то, что создает некоторый фотологоцентризм. Да, потому что, в общем-то, философия так или иначе оказывается перепутана не просто с логосом, а с логосом как тем, что составляет определенного рода технологию света.
Да, и более того, логос — это то, что как бы удовлетворяет или полностью совпадает с тем, что, условно говоря, является светом именно как молния. Да? То есть молния как то, что является манифестацией света. Да, и, в общем-то, логофотоцентризм как основная проблема, да, основная прямая точка, в общем-то, в попытке прогнозировать манифестацию философии, она так или иначе была прогнозирована Франсуа Лорелем. Да, Франсуа Лорелем — это человек, который, в общем-то, пытается работать в режиме того, что он называет нефилософией. Да, то есть это такая мысль, которая пытается не просто создать какой-то философский проект, предложить какой-то очередной концепт, да, сколько то, что пытается взять философию во всей ее тотальности и показать на ее фундаментальные глобальные пределы. Да, то есть в определенном смысле стать ученым, который смотрит на философию как на то, что представляет из себя какую-то пробирку или какой-то коллайдер, где, условно говоря, концепты сталкиваются друг с другом, да, но при этом находятся в рамках очевидно прочерченного пространства, да, из которого, в общем-то, невозможно выйти. И получается, что не философия — это прежде всего то, что является такой странной, парадоксальной философской наукой, а и философией. Да. То есть не философия, а прежде всего пытается помыслить философию как определенный способ производства. Да, причем способ производства, насколько сильно он бы не варьировался, тем не менее, для него как бы все вариации оказываются четко заданными и четко определенными. И, в общем-то, в проблематизации логофотоцентризма очевидным таким пределом, да, пределом, который, в смысле, захватывает всю философию, оказывается как раз связанный с молнией. Да. И более того, даже проблема не в том, что это какая-то молния, а проблема в том, что эта молния очень четко и очень характерно задана. Да, это молния, которая работает в режиме вспышки. В чем отличие молнии от вспышки? Главное отличие заключается в том, что в отличие от молнии, вспышка воспринимается как нечто замкнутое, да, как нечто полностью, так или иначе, закрытое на самом себе. Да, то есть, в отличие от молнии, которая, в общем-то, может растекаться там различными какими-то отдельными потоками разрядов, да, отдельными ответвлениями и, в общем-то, какими-то замыканиями, вспышка — это то, что проявляет себя без остатка, и при этом проявившись, в общем-то, уходит сразу же, да, то есть тоже сходит со сцены. То есть вспышка — это то, что проявляет свет, но при этом, по большому счету, этот свет тут же убирают. Да? То есть вспышка оказывается таким странным, самозамкнутым и самопринадлежащим себе как бы светом. В общем-то, в этой перспективе оказывается, что в общем-то, философия — это такая штука, которая так или иначе странно переплетена с этой вспышкой. И причем основной проблемой является то, что философия, по большому счету, находится в очень парадоксальной ситуации такого воеристы. В каком смысле? То есть, во-первых, для философии в ее некотором фотологоцентричном пределе невозможно самому производить свет. Свет можно только видеть в его, собственно говоря, в мелькании, в его проявлении, как вспышки. И с другой стороны, нельзя производить свет, можно только его увидеть, да, можно за ним подглядеть и пытаться его каким-то образом удержать. А с другой стороны, как бы в этой функции можно быть только тем, кто скорее составляет некоторого рода такой отпечаток. Да? Фишка в том, что философия в этой перспективе становится скорее тем, что не может присвоить себе свой свет, сколько оказывается тем, что приходит после этого света, да, она оказывается таким странным отпечатком. И, в общем-то, когда Хайдеггер так или иначе пытается проблематизировать фигуру встречи или фигуру события, да, то, по большому счету, Хайдеггер работает в таком регистре, что он, ну, как бы самозабвенно отдается этой вспышке, да, он в некотором смысле жаждет или желает стать ее, как бы, фотоснимком, да, то есть философия в этом смысле — это то, что, ну, как бы, вылетает, условно говоря, из логоса, вылетает из вспышки, становясь ее, с одной стороны, ее некоторой птичкой, да, собственно говоря, эта фигура сейчас вылетит птичкой, да, в общем-то, это то, что происходит с философией, в общем-то, да, а с другой стороны, это то, что, вылетая, собственно говоря, запечатляется на какой-то снимок. То есть онтологии и онтологическое различие, которое производит философия, это, в общем-то, как раз тот характерный снимок, который приходит после вспышки логоса.
И, наверное, самое парадоксальное, что здесь как бы оказывается проблематично, это то, что когда философия так или иначе ограничивает себя этой логикой вспышки, да, собственно говоря, фишка в том, что в некотором смысле изначально, да, и в каком-то смысле в проекте фундаментальной онтологии, с которой работает Хайдеггер, мы имеем такую структуру, то, что молния переплетена в вспышки, и они, в общем-то, неотделимы друг от друга, они как бы оказываются синонимом. И, в общем-то, в этой ситуации вспышка — это как бы, с одной стороны, то, что появляется из ничего, с другой стороны, в ничто уходит, да, то есть у нее как бы нет никаких следов, у нее нет никакого остатка, который мог бы каким-то образом сказать, что как бы да, она не самозамкнута, и она каким-то образом не цельна. И получается, что в этом смысле философия так или иначе подразумевает некоторую такую странную криптотеологическую ситуацию, в том смысле то, что у этой вспышки, при том, как она, собственно говоря, задается в философии, должен быть какой-то такой великий фотограф, да? То есть, если мы трактуем вспышку, точнее, если мы трактуем молнию, да, как вспышку, то для нас как бы автоматически неким образом возникает вот эта фотографическая метафора, а следовательно возникает некоторая инстанция, которая эту вспышку производит, да, то есть появляется некоторый великий фотограф. И получается, что, в общем-то, философия в каком-то смысле, да, вот встроена вот в эти производственные отношения с этим великим фотографом, да, который может быть богом, который может быть даже, в общем-то, тем же самым событием, да, здесь не принципиально, насколько как бы воплощена эта инстанция, важно лишь то, что как бы всегда наличествует некоторое вот это место, да, которое кто-то может занять, да, и само вот это зияние этого места уже, в принципе, характеризует эту ситуацию как, в общем-то, принципиально теологическую. Да, и здесь вот как раз на слайде, в принципе, видно, что, ну, изображается эта схема, то, что, в общем, великий фотограф производит вспышку, и, в общем-то, философия оказывается просто как бы фотографией этого великого фотографа, который, в общем-то, как бы вообще может быть не единственной фотографией, да, которая, то есть, может быть не полной фотографией, и, в общем-то, она как бы, по большому счету, может быть вообще выброшена, разорвана, или с ней может еще что-нибудь странное произойти. И, по большому счету, вот эта штука — это, ну, некоторая такая зарисовка клетки или некоторой такой тюрьмы, в которой, в общем, философская мысль, будучи стеснена фотологоцентрическим пределом, оказывается как бы запертой, да? Для нее как бы проблематично выбраться из этого предела. И самое интересное, что как бы, если мы пытаемся каким-то образом проследить, а как вот этот вот вердикт фотологоцентризма каким-то образом философии проявляется, то, по большому счету, большинство как бы, современных онтологий работает в режиме такого, как бы, если угодно, улучшения условий содержания. Да? То есть, как бы оказываясь, то есть продолжая быть запертой в клетке фотологоцентризма, философия, тем не менее, пытается каким-то образом улучшить свои условия. Если говорить конкретно, да, то когда мы имеем дело вот с этой странной зияющей зияющим местом великого фотографа, да, который нам явлен определенным образом и который может каким-то образом быть занят, возникает довольно интересная и довольно как бы искусительная возможность это попытаться каким-то образом взять ресурсы великого фотографа и отнять у него как бы их. То есть, условно говоря, самый очевидный ход, который можно предпринять по борьбе вот с этим манифестом света, да, это попытаться забрать ресурсы у великого фотографа и попытаться с ними что-то сделать. Если у нас есть некоторая такая фотографическая машина, которая основана на производстве вспышки и последующего за ним снимка, то в философии, в общем-то, ничего не остается, как, казалось бы, кроме как взять и расколдовать как бы эту инстанцию, сказать, что, в общем-то, нет никакого великого фотографа, есть множество вполне себе как бы мирских фотографов, которые производят свои вспышки, производят свои снимки, да, и вот эта вот совокупность, эта коллекция снимков, это, в общем-то, то, что как раз и составляет некоторого рода онтологию, да, некоторого рода снимок света. И в этой ситуации здесь можно приводить много примеров. Здесь можно говорить, например, о той же самой акторной сетевой теории, где как раз онтология так или иначе работает через взаимное столкновение или переплетение акторов друг с другом. И здесь можно приводить в пример экологические проекты, где как бы речь идет о некоторой такой спутанности
вещей и существ друг с другом. Да, понятно, что в этой ситуации событие, да, которое мыслилось тем же самым Хайдеггером, как такое большое, да, событие, которое переворачивает, меняет все радикальным образом и не оставляет какого-то места для того, что было прежде, то здесь скорее можно говорить о том, что есть множество маленьких событий, есть множество маленьких вспышек, которые порождают множество маленьких ситуаций, которые, собственно говоря, каким-то образом с другом пересекаются. Да, и если, скажем так, в философских проектах, типа, например, «Философия события» Алена Бадью, можно говорить о том, что эта ситуация технически удовлетворяет какой-то такой старинному альбому с фотографиями, да, то ситуация по поводу более современных антологий, типа «Транзитивной теории» или «Темной экологии», для них скорее можно говорить о том, что речь идет уже не о старом фотоальбоме, а о каком-то таком странном антологическом инстаграме. То есть, во-первых, фотографии постятся бесконечно быстро, бесконечно обновляются, да, и в этом смысле между ними наличие какая-то такая странная симметрия, то, что не, как бы нету вот этого как бы различия между началом и концом, да, любой снимок, который как бы появляется в этой странной актерной ленте, да, это как бы снимок, который претендует, в принципе, на то, чтобы на равных как бы участвовать с другими снимками. Вот, и, в общем-то, эта ситуация, она, мне кажется, наименее, наверное, интересна. Это скорее некоторое такое предисловие к сегодняшней лекции в том смысле, то, что это скорее попытка отобразить некоторую такую, ну, не знаю, ситуацию безысходности, с одной стороны, с другой стороны, ситуация, в которой как бы любой итог оказывается заранее известным. Да? То есть тот фотологоцентрический предел, о котором я говорил, да, по поводу Луруэля, да, в этих проектах, в современных антологиях, он как бы, в общем-то, решается довольно очевидным способом. То есть как бы итог этого, в общем-то, оказывается предопределенным. Но сегодня я хотел поговорить о том, что определенным образом составляет скорее альтернативу этой модели, альтернативу вот этой, ну, improve your conditions, собственно говоря, когда происходит улучшение условий содержания, как бы клетка остается клеткой. Да. Я бы говорил как раз о том, что, условно говоря, можно называть метеофилософией, да, здесь я повернулся, наверное, к вот этой конструкции, потому что, по большому счету, самым интересным оказывается то, что в проекте Хайдеггера, который работает в метафорике как раз вот этого lightning flash, то есть странной перепутанности между собой вспышки и молнии, помимо того, что идти расколдовывать, да, вспышку, расколдовывать флэш, как это делает как раз современная антология, есть еще одна дополнительная линия, которую можно назвать как раз линией расколдовывания молний. Условно говоря, вместо того, чтобы становиться фотографом, вместо, да, великого фотографа, путем отнятия у него ресурсов и в этом смысле образовывать какое-то комьюнити, какое-то сообщество вместе с другими фотографами, есть еще одна линия, которая, в общем-то, так или иначе оказывается в определенном смысле погребенной, да, за как бы очевидностью вот этого хода по секуляризации флэш. Эта линия как раз, которая является скорее такой, ну, линией метеорологического исследования. Да. В том смысле то, что мы пытаемся работать не с данностью вспышки, да, мы не пребываем в некотором восхищении этой вспышки, мы не пытаемся стать некоторым снимком, который следует за этой вспышкой, а мы как бы пытаемся увидеть, что это не просто вспышка, да, это некоторая такая молния, да, у которой есть определенного рода механика, определенного рода механизмы ее срабатывания, и, в общем-то, мы пытаемся как бы взять эту молнию и пытаться ее исследовать. То есть вместо того, чтобы становиться фотографами, мы можем стать, условно говоря, метеорологами. Мы можем пойти и исследовать, каким образом эта манифестация, которая нам кажется манифестацией, да, перед которой мы бессильны, и которую мы можем только как бы манифестировать свою неспособность манифестировать, мы можем пойти и исследовать, как эта манифестация работает. Да. И вот это исследование манифестации, попытка обнаружения ее антиманифестарных пределов, это, наверное, то, что как бы мне хочется здесь определенным образом зарисовать. Да, я бы обратился немного к такой, возможно, довольно вульгарной истории молнии. Это такая, условно говоря, классическая теория. Ну, точнее, классический способ описания того, как молния работает. Фишка в том,
что, ну, по крайней мере, при первом приближении, если мы пытаемся очень тривиально описывать вспышку, разряд молнии, то у меня есть три очевидных стадии. Есть, условно говоря, стадия пробоя, да, когда поток частиц как бы образует некоторый такой атмосферный гэп, такой атмосферный пробел, в котором как бы начинают курсировать разряды. Вторая стадия, условно говоря, это появляются какие-то такие скоропостижные, быстрые и ветвящиеся разряды, да, это как раз, условно говоря, стадия стримеров. И есть, собственно говоря, то, что вероятность составляет основной как бы такой манифестарный оттенок в этой молнии, да, эти стримеры, эти короткие маленькие разряды объединяются и кульминируют, в общем-то, в то, что в метеорологии, в физике молнии называется литером, да, то есть это разряд, который, условно говоря, создает вот это странное замыкание между, ну, условно говоря, между облаками и Землей. Это самый простой способ, это самый простой вариант молнии, да, молния, которая как бы возникает между облаками и Землей. И получается, да, что как бы вот этот механизм манифестации молнии, он связан с этими тремя стадиями. Да, то есть, причем как бы то, что так или иначе в фундаментальной онтологии и вообще в философии так или иначе мыслилось, да, это всего лишь вот последняя стадия лидера, которая, в общем-то, определенным образом является скорее завершением, результатом взаимодействия разряда. Хотя понятно, да, что здесь, когда мы работаем с этой схемой, даже ситуация стримеров, в общем-то, она оказывается неинтересной, потому что, в принципе, если каким-то образом работать подходить к этому критически, то становится понятно, что, в общем-то, стримеры — это, в общем, тоже такие маленькие микроманифестации, да, то есть, как бы, они тоже определенным образом создают разряды, да, но эти разряды, как бы, не настолько мощные, не настолько замыкающиеся, как разряды лидеров, но, тем не менее, как бы, да, это та же самая логика. И, в общем-то, по большому счету, здесь, как бы, не видно никакого-то выхода, который позволяет нам каким-то образом с этим что-то сделать. А выход вообще обнаруживается, тем не менее, как бы именно на стадии лидера, да, выход, ну или, по крайней мере, зацепка, с которой мы можем работать, это зацепка вообще, которая довольно так интенсивно погребена в, условно говоря, литературе по теории молнии, да, и более того, она там никаким образом не значится. Это, в общем-то, штука, которая успешно мигрировала в теорию фотографии, да. Фишка в том, что в 1899 году один физик, Роберт Вуд, написал статью в журнале Nature, где он говорит о таком странном феномене, как темная молния. Темная молния, которая оказывается чем-то принципиально иным по отношению к обычной молнии, да, это молния, которая оказывается почему-то темнее, чем молния, как бы даже, ну, чем фон, на фоне которого эта молния как бы проявляется, да? То есть Вуду приходят, не знаю, на почту или куда-то, в общем-то, снимки темных молний, и он пытается с ними что-то сделать, пытается помыслить его как некоторый такой независимый феномен, у которого есть свой генезис, который, в общем-то, отличается от обычной вот этой светлой молнии, да? То есть некоторые темные молнии, которые нам нужно каким-то образом выдержать. Но проблема в том, что собственно говоря, Вуду буквально несколько месяцев спустя приходит в ответ такая критика, то что, в общем-то, темные молнии, с которыми он каким-то образом работал, они как бы уже объяснены, и, в общем-то, темных молний не существует, но есть такая штука, как эффект Клейдена. Эффект Клейдена — это как бы... В общем, физик Клейден заметил, что, в общем-то, темная молния, потому что он тоже был знаком с этими снимками, темная молния — это то, что появляется как бы не в результате какого-то, условно говоря, природного процесса, а темная молния — это то, что является чисто фотографическим парадоксом, да, это фотографическое обращение. Дело в том, что если мы как бы используем, пытаемся фотографировать, осуществить снимок на ультракороткой выдержке с ультравысоким освещением, то может произойти такой парадокс, что, собственно говоря, разряд света, да, который как бы выявляется от молнии, он как бы инвертируется, и у нас как бы получится такая штука, то, что на снимке запечатлится
что-то, что принципиально темнее, чем даже как бы фон, на котором этот снимок, на котором эта молния запечатляется. И как бы получается, что Клейден создает такой, как бы это сказать, ну такой как бы разрыв в понимании темной молнии, да, и темного, когда он говорит о том, что типа нет, темная молния — это не то, что является феноменом наравне с обычной светлой молнией, а темная молния — это что-то, что является таким странным симулятором, таким странным выродком, уродом, связанным с тем, что свет, попадая, условно говоря, на пластину, он как бы работает там очень плохо, и появляется вот эта странная темная молния. И по факту, что самое оказывается интересно, то что для понимания того, каким образом можно выйти из вот этой ловушки манифестации молнии, интересно оказывается не попытки Вуда защитить как бы самостоятельность темной молнии, а вот именно вот эта попытка Клейдена не завести темную молнию до статуса всего лишь какого-то незначительного феномена. Да, потому что как бы Клейден создает как раз необходимый разрыв между молнией и темной молнией, да, то есть получается, что как бы вместо того, чтобы быть чем-то наряду с обычной молнией, темная молния оказывается тем, что появляется в результате разрыва. И именно вот этот разрыв, он как бы оказывается интересен, потому что, по большому счету, вот эта связка молнии и темной молнии, она может быть использована против нее же самой. То есть мы можем представить, условно говоря, то, что у самой молнии есть некоторые предшественные, условно говоря. У самой молнии есть некоторые темные, которые как бы, да, тоже является симулякром, она не может быть увидена. Оно как бы является тем, что постоянно ускользает от глаза, то, что глазом никаким образом не схватывается. Но тем не менее, как бы, да, этот симулятор оказывается тем, что по большому счету и создает эту молнию, да. И вот это обращение эффекта Клейдена не в статус микрофотографического эффекта, но по большому счету в статус эффекта самого света, да, это как бы то, что определенным образом и было, в общем-то, проделано, это было проделано Делёзом в его известном, но тем не менее почему-то постоянно пропускаемом пассаже о темном предшественнике. Да, в этом пассаже, в принципе, издает цитату, в этом пассаже как раз осуществляется попытка как раз посмотреть на то, каким образом работает этот самый разряд, каким образом происходит манифестация. Да? И Делёз замечает, в общем-то, да, что в этой системе манифестации, в этой системе разряда есть нечто, что как бы оказывается принципиально инородным, но тем не менее принципиально необходимым, да, как бы то, что как бы этот разряд так или иначе ведет за собой, да, это то, что как бы позволяет разряду как бы найти свое место. И вот это принципиальное темное, да, это темный предшественник, который является не светом, не как бы отсутствием света, а чем-то принципиальным, как бы, да, иным, какой-то иной экономикой по отношению к этому свету. Да, это как бы то, что как раз вот переворачивает эту механику, позволяя помыслить, ну как бы то, что хорошо, если молния, сверкая, может создавать свои темные симуляторы, то фишка в том, что сама эта молния в некотором смысле соткана из этих темных симуляторов, да. То, что происходит как бы на фотографии с точки зрения парадокса, составляет в том числе парадокс самой молнии, да, парадокс самой манифестации. И в общем-то, когда Делёз говорит о темном предшественнике, он как раз в некотором смысле осуществляет первоначальный метеорологический анализ. Да? Он как раз пытается помыслить нечто не манифестирующее в самом манифестирующем. Нечто, что не является разрядом, но что предшествует этому разряду, так или иначе. Да, и, собственно говоря, вот эта схема, она, как бы, которую мы наблюдали в случае с темной молнией, она как бы переворачивается здесь. Да. Я здесь бы определенным образом вернулся к тому, с чего я начинал. А начинал я с попытки сказать, что, в общем-то, эта лекция совершенно не про погоду. Я здесь сделаю еще одну дополнительную оговорку, потому что, мне кажется, здесь не совсем понятно, в каком смысле метеорология здесь как бы функционирует. Да? Потому что понятно, что это не метеорология в ее современном смысле, это метеорология, которая как раз определенным образом связывалась с работами Аристотеля. Метеорология, которая изучает вот эти нерегулярные феномены типа землетрясений и молний, и основана на том, что есть как бы некоторый порядок нерегулярности, для которого требуется
что-то как бы космическое. То есть, да, кстати, замечаешь, что такие штуки, как, как бы, как молнии и как землетрясения, они обеспечиваются некоторым таким космическим порядком. Да, и они как бы составляют некоторый такой шанс или некоторую возможность этого космического порядка. И, в общем-то, как бы Аристотель впервые, наверное, осуществляет вот эту связку между космическим и как бы, шансом. И получается, что в этом отношении метеорология — это то, что пытается, в общем-то, да, осмыслить вот эти различные проявления этого шанса, вот этого космического шанса. Да? И понятно, что в этом смысле мы можем работать не столько с молнией, но, к примеру, да, с тем же самым землетрясением. Ну, в общем-то, можно так или иначе сказать, что, к примеру, та же самая геофилософия, которая пытается помыслить отношения мысли с Землей, и то, как можно, собственно говоря, мыслить при помощи Земли, это, в общем-то, один из вариантов или одна из конкретизаций общей механики метеофилософии, да, которая произведена с помощью одного элемента, одного из элементов. Потому что Аристотель замечает, что фишка в том, что метеорологика — это то, что изучает действия, вот эти космические действия четырех элементов, то есть воды, земли, огня и воздуха. То есть в этом смысле, помимо, например, той же самой геофилософии, которая изучает некоторые такие проявления вот этого шанса или этой вероятности в Земле, мы можем с тем же успехом ждать каких-то, не знаю, там, гидрофилософии или аэрофилософии, которые пытаются каким-то образом работать, например, с теми же самыми ветрами или с водой, но как бы фишка в том, что они будут эксплуатировать ровным образом одни и те же как бы, механизмы. А механизм, если пытаться каким-то образом его конкретизировать, механизм так или иначе связывает вот эти как бы, метеорологические явления или метеорологические события с тем, что как бы, можно называть временем в его каком-то наиболее радикальном проявлении. Да, речь здесь о том, что, условно говоря, для того, чтобы появилась молния, или для того, чтобы появилось землетрясение, как бы нужно что-то, что как бы позволит этой как бы, случайности так или иначе произойти. Да, потому что понятно, что в отличие от других событий, которые так или иначе связаны каузально, молния — это то, что никогда не гарантировано. Да, это, молния — это то, что как бы сложно так или иначе каким-то образом удержать или предсказать. И, в общем-то, молния — это, наверное, единственное, что в том числе в какой-нибудь аристотелевской модели требует времени в его, в самом вертикальном его смысле. То есть нужно нечто, что как бы обеспечит или обеспечит необходимость осуществления да, этой манифестации. Необходимое время для того, чтобы молния так или иначе произошла. И, в общем-то, вот этот вот радикальный принцип или радикальный способ помыслить манифестацию молнии при помощи времени или при помощи такого как бы, принципа в его наиболее отчетливом, наиболее радикальном проявлении, это как раз то, что скорее является попыткой дотянуть или дожать тот метеофилософский поворот, который осуществляет Делёз, при помощи как бы радикализации этого тезиса. Да? То есть если Делёз как бы первоначально пытается подумать или помыслить, каким образом возможно молния, что обеспечивает ее механизмы, да, то есть как бы проект спекулятивного материализма МИСУ, который как бы пытается дожать эту повестку. Да? Он пытается помыслить работу молнии в наиболее метеорологическом, в наиболее таком радикальном ключе. Он пытается помыслить тот принцип, тот космический принцип, который так или иначе сбывание этой молнии обеспечивает. И Мейсу, в общем, тогда обращается к этому, наверное, довольно известной попытке удержания того, что он называет временем гиперхаоса. Да, это как бы время, которое, по большому счету, составляет такой фундаментальный принцип, который не просто не обеспечивает или не делает необходимым какое-то существование или существование чего-либо, да, а это то, что как бы не обеспечивает даже как бы, работу становления. Да? То есть, если, условно говоря, в случае с Делёзом и темным предшественником, они как бы предшествовали как некоторой антологии, составляли ее некоторый такой неманифестарный ресурс, то Мейсу говорит даже о том, что, во-первых, как бы, ему не нужна никакая антология, но, по большому счету, ему и не нужен никакой темный предшественник. Да, он работает с принципом, который как бы определенным образом без различных, с одной стороны, к темному предшественнику и с другой стороны, к антологии, то есть самой вспышке.
То есть в этом смысле, как бы, если так или иначе ты для вас работал с каким-то способом развлечения, который оказывается не фенологическим развлечением, то МИСУ работает с некоторой радикальной индифферентностью, да, некоторым радикальным неразличием, которое в этом смысле не гарантирует осуществление вспышки. Да. Ну и самое интересное то, что вот эта мысль, если пытаться каким-то образом ее соприкоснуть с метеорологическим, да, или с физикой молнии, дискурсом физики молнии, то она обнаруживает себя в том, что, условно говоря, можно назвать такой маргинальной или фрик-метеорологии, причем которая как бы отсылает к российским авторам. Фишка в том, что, несмотря на то, что относительно молнии нет относительно того, как устроена физика молнии и физика молнии, нет никакого консенсуса. Тем не менее, есть какие-то радикальные мысли, которые высказывали в том числе российские физики, и которые пытаются как бы, ну, таким очень грубым образом помыслить, как эта молния работает. И, в общем-то, я пытался каким-то образом, скажем так, скроллить информацию, в том числе в российском контексте. Самое интересное, то, что есть такой странный автор, фамилия Сташков, у которого как бы, есть идея, условно говоря, таких галактических космических лучей. Условно говоря, для того, чтобы молния образовалась, как бы облака и вообще поверхность, и вообще атмосфера Земли должны облучать приходящие из некоторого такого радикального внешнего, в общем-то, из такого далекого космоса лучи, которые, облучая как бы Землю, создают в ней потоки ионов, которые как бы эти разряды обеспечивают. Да? То есть как бы в этом смысле тот же автор отмечает, что ну, почти в таком духе, сейчас я даже найду, наверное, в таком духе почти как бы броска костей Малларме, то, что как бы вот эти потоки как бы являются тем, что обеспечивают некоторые шансы и некоторую возможность молнии, да, то есть как бы галактические космические лучи, которые как бы, да, возникают вот в этом контексте русской маргинальной физики мысли, да, это физики молнии, это то, что как раз является таким вот броском костей, непрерывно совершающимся некоторым таким космическим броском костей, который иногда может результировать как бы, да, в разряды молнии. И, в общем-то, здесь оказывается, что так или иначе мысль МИСУ оказывается каким-то странным образом совпадает с мыслью вот этих российских маргиналов физик. Но что здесь самое еще более забавное, как бы это то, что помимо того, что МИСУ может быть полностью проинтерпретирован при помощи как бы, да, соображений этих материалов, тем не менее он же может ими так или иначе и быть побит. Да? То есть, условно говоря, когда пытаешься так иначе посмотреть, как работает как бы, физика молнии в России, ты сталкиваешься с тем, что там происходят какие-то такие местные перебранки или побоющие фриков друг с другом. Да, то есть если есть как бы, вот эта идея галактических космических лучей, да, которая такая как бы пытается поставить некоторую окончательную точку в том, что такое молния, то есть как бы ответ на это самое предположение, да, которое тоже совершается ну, в таком радикальном режиме, и тоже достаточно так фриково. Фишка в том, что относительно недавно, в 90-е годы, это было в том числе таким странным режимом, поворотным моментом в изучении молнии. Одна из обсерваторий, которая занимается как раз регистрацией космических гамма-лучей, она обнаружила то, что как бы ее датчики схватили сигнал, исходящий не из как бы не извне, не из космоса, условно говоря, да, а исходящий из самой Земли. То есть, условно говоря, лучи и вспышки, которые как бы она пыталась изучать, они исходили как бы, ну, как бы изнутри, они это как бы были такие хтонические лучи самой Земли. И, в общем-то, это наблюдение, оно каким-то образом потом раскручивалось, и рядом авторов как бы высказывалось предположение, что как бы вот эти terrestrial gamma flashes, то есть вот эти земные гамма-лучи, гамма-вспышки, они как бы не просто то, что как бы, ну, составляет какой-то независимый феномен, а это то, что, в общем, как бы всегда так или иначе сопровождает обыкновенные разряды молнии. Да, и вот это предположение русские авторы так или иначе пытались не просто каким-то образом поддержать, они пытались их
каким-то образом, наиболее радикальным образом докрутить. Да? То есть они пытались полностью ответить на вопрос, как работает молния, и, в общем-то, эти физики говорили о том, что вот эти вспышки — это как бы то, что объясняет так или иначе как раз разряды обычной молнии. То есть они говорили о том, что космические лучи, которыми облучается, условно говоря, наша планета, они как бы достаточно слабые для того, чтобы обеспечить как бы работу вот этой вот манифестации, да, вот эту работу манифестации света. Потому что, несмотря на то, что как бы эти лучи повсеместные, все проникающие, тем не менее, как бы их интенсивность настолько слабая, что она не способна как бы обеспечить вот эту манифестацию. Как бы здесь нужно что-то, что как бы оказывается дополнительным источником или даже основным источником этой как бы ионизации, которая обеспечивает манифестацию. И фишка в том, что так или иначе вот это оппонирование теории глазу. То есть, условно говоря, можно сказать, что контекст русской физики молнии, он как бы перебивается основным противостоянием между собой, с одной стороны, таких свидетелей галактических и космических лучей, а с другой стороны, свидетелей хтонических земных как бы лучей, условно говоря. Да? То есть противостояние выстроено таким образом, то, что то, что оно позволяет описать, в общем-то, в общем-то, основные, мне кажется, пределы философской метеорологии, да, или философской метеофилософии, таким образом, то, что он, по большому счету, помещает эту самую философию между двух огней. С одной стороны, пытается так или иначе удержать вот этот гиперхаотический принцип, да, принцип, который безразличен к любой молнии или к любому свету. Гиперхаос оказывается в странном положении, либо он должен стать полностью безработным, да, то есть он должен стать галактическим космическим лучом, который как бы вообще никак не участвует в производстве вспышки и манифестации молнии. Либо для того, чтобы каким-то образом в ней поучаствовать, гиперхаус должен стать вот таким плохим фотографом. То есть фотографом, у которого закрыт объектив, и который как бы ничего не фотографирует, да. То есть, и причем он работает еще без выключенной вспышки. То есть, по большому счету, гиперхаус для того, чтобы каким-то образом объяснить или оказаться не манифестарным ресурсом самой манифестации, самой вспышки, самой молнии, он как бы должен сам производить эту манифестацию и промежуточным элементом для того, чтобы как бы каким-то образом оказаться как быть причастным. И в этом смысле, наверное, основной метеофилософский конфликт, который здесь вырисовывается, да, это как раз такое балансирование между, как бы, условно говоря, фотографом, который остался без работы, который больше не фотографирует, и фотографом, который, как бы, ну, условно говоря, занимается такой как бы перверсивной и очень странной фотографией. Да? То есть вот это состояние — это как раз некоторый такой, ну, условно говоря, набросок того, как устроен вот этот вот такой не и антиманифестарный конфликт в философии. Вот. Наверное, на этом я бы закончил, если как раз можно приходить к вопросу. Приставка мета, во-первых, потому что она очень...
она очень жестко комментирована. Но когда я в начале лекции, условно говоря, рисовал набросок проекта Лурейна и его фотоцентризма, я как раз замечал, что, в общем-то, сама эта попытка удержать ветер философии как основной способ функционирования философии, это то, что предполагает Виктурне философскую позицию, то есть функцию инструмента, философскую позицию в той мере, в которой вердикт выносится относительно всей философии. Да? Как бы он захватывает ее целиком, и какая бы вариация или какой бы отдельный проект философии не был бы задействован, он как бы будет всегда попадать в этот предел. В этом смысле, да, это как бы, условно говоря, мета-объект, который как бы определяет и фундирует так или иначе любое производство мысли философской. Да? Ну, как бы даже если она пытается определенным образом с ним что-то сделать. Да? Вот. Спасибо. Да. Ну, как бы, учитывая, что это крафтовый фестиваль, как бы, у меня всегда есть возможность сказать «нет». Потому что, как бы, это как бы добавляет крафт, в том числе этой лекции, как бы, да, то, что она такая немного эзотеричная, да, я как бы не пытаюсь нанести на упрощение. Но, как я уже сказал, в двух словах, если описывать не столько ходы, сколько ставки этой лекции, то я бы сказал как раз о том, что у нас есть некоторые навязчивые проблемы манифестации, и мы можем найти точку, где мы с этой манифестацией можем что-то сделать, да? Это манифестация, которая связана, в общем-то, да, как раз с манифестом света, как молнией. Вот. То есть такая критическая зарисовка того, как это можно, как бы, с этим можно что-то сделать, да, но тем не менее того, что сделано, как бы определенным образом оказывается недостаточно просто. Потом уже на
то есть верстки бывают. Ну, если честно, какие-то конкретные примеры мне здесь в голову не приходят. В принципе, наверное, я бы сказал, что это, как я начал, скорее то, что могло бы составлять некоторый вопросительный знак, в том числе у меня относительно скорее к аудитории, да, в том смысле то, что та экспозиция, которую я здесь сделал, она касается как раз некоторой такой попытки скорее прочертить то, как устроена драма мысли. Хотя, в принципе, если как бы идти далеко, то мне кажется таким очень характерным примером антимафистадного искусства оказывается группа Тельке, на которой наверняка все так или иначе знают здесь, да, потому что организатор, в общем-то, как бы является ее участником. Причем Алек упомянул сегодня о нашем курсе по антимафистадности. Дело в том, что последнее мероприятие этого курса сопровождалось перформансом, который группа Тельке, условно говоря, устроила во время как бы нашего семинара. То есть, как бы, да, это принципиально антимафистадная как бы игра, потому что люди играют на инструментах, не, во-первых, не объявляя свое присутствие, да, как бы они не пытаются объявить себя как музыкантов или даже как каких-то художников. Но они как бы вклиниваются в ситуацию, да, ситуация, которая как бы является инородной, внешней, не создана, как бы это неблагоприятные условия, условно говоря, для искусства. Они как бы вырываются и начинают как бы создавать такой расклад, как бы начинают расстраивать, устраивать какой-то такой дисбаланс радикальный как бы, в ходе семинара. И вот это действие, оно, мне кажется, как бы как раз и противостоит такой манифестации, которая в том числе является лекцией или даже семинаром. Да, то есть это такое вот расстройство, попытка вклиниться при помощи разных там звуков, разных каких-то музыкальных инструментов и полностью как бы разрушить всю эту штуку, создать выигры такие, да, дискурсивные. Да, мне кажется, это как раз вот характерный такой весьма характерный пример. Если это осознанно делается, то что можно участие в манифестации? Если это осознанно делается, если вот эти все отношения... Мне кажется, степень осознанности работы Телькеля, она как бы... Ну, как бы эта штука, как... Ну, в смысле, эта штука, которая работает, насколько я понимаю, без какого-либо телоса. Как бы у нее нет никакой цели, нет никакой предзаданности, да, она как бы, ну, сворачивается только в момент того, как она начинает действовать. И вот это вот как раз, мне кажется, принципиально. И весьма таким. Ну, и плюс, что здесь главное, наверное, это то, что, несмотря на то, что эффект такой, оказывается, весьма существенный, тем не менее, то, что его обеспечивает, то, что вообще как бы, ну, такое серое, как бы, да, оно как бы блеклое, оно никаким образом не находится на фоне, не является вот этой фигурой, которую можно разглядеть, да, скорее это то, что работает как бы, ну, через такой, не знаю, через такой странный шпионаж, что ли, или странное, ну, могут проникнуть в поры дискурса и пытаться его разобрать там, где дискурс как бы не может разглядеть сам себя.